Слово года выбрали составители Оксфордского словаря. В 2021 году им стало слово «вакцинация». Употребление этого слова выросло в 72 раза. А в России словом года стал спутник. Жители нашей страны произносили его в 9 раз чаще, чем ранее. Такие данные приводит Институт русского языка имени Пушкина. Слово «спутник» прочно связано с названием российской вакцины. Рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением темы вакцинации и признания российской вакцины за рубежом. В этом уверены лингвисты. Здравствуйте, это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня вы увидите. 90% вакцинированных создадут более-менее адекватную иммунную прослойку. Показное заболевание. Почему татарстанцы массово стали искать у себя болячки? Приняли решение профинансировать укладку трубы за счет университета. Дело труба. Как КФУ решил старую проблему с горячей водой? Знаменательный документ, который впервые послужил основанием для изменения всего федеративного устройства Российской Федерации. Основной закон. Какую роль сыграла Конституция Татарстана в истории? Вакцина и спутник. Слова года в англоязычном и русском мире. Не просто так мы начали программу с этой информации. Это значит, что именно тема вакцинации стала самой обсуждаемой на планете. Уже ушли слова коронавирус и ковид. Говорим не о смерти, а о спасении. Главное – это то, как можно уберечься, чем спасти себя и свое окружение. Вакцина – это слово не новое для человечества. Традиция вакцинации возникла еще в Индии в 1000 году нашей эры. Массово ее стали внедрять после опыта против натуральной оспы английского врача Эдварда Дженнера. Главный принцип вакцинации сформулировал Луи Пастер. Ученые разработали прививки против оспы, полиомиелита, кори, столбняка, тифа, гриппа и многих других тяжелых инфекционных заболеваний. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вакцины спасают от 2 до 3 миллионов жизней. Вакцина против коронавируса стала той единственной возможностью остановить неожиданно для всех нас смертельную войну. Выработать коллективный иммунитет, как когда-то при иммунизации против натуральной оспы, это то, что в наших силах. Более 1 миллиона 600 тысяч человек привились в Татарстане от новой коронавирусной инфекции. Ежедневно на процедуру приходят от 25 до 30 тысяч татарстанцев. Однако есть и те, кто ищет любую возможность не делать прививку. В том числе и те, кто пытается получить медицинский отвод любыми путями. Эльвина Минобуддинова решила выяснить, кто может рассчитывать на отсрочку по прививке, а кто пытается лукавить. Непрерывное движение. Так выглядит вход в униклинику. Ежедневно университетскую клинику посещают сотни человек. Часть из них те, кто пришел на прививку. Введение новых ограничительных мер заставило татарстанцев принимать решение. Для большинства оно очевидно – вакцинация. Однако есть и те, кто пытается избежать процедуру. И не всегда честным путем. А именно – приобретение медотвода. Для официального получения медицинского отвода необходимо наличие противопоказаний. Их определяет врач. Противопоказания могут быть временными и постоянными. К временным врачи относят обострение хронических, острых, инфекционных и неинфекционных заболеваний. Временные противопоказания определяются сроком до 30 дней, но в каждом случае все индивидуально. Постоянные противопоказания – это гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, так называемом сведения о пациенте, а также возраст до 18 лет. Медотвод от вакцинации в первую очередь получают люди, страдающие тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе. То есть в прошлом у человека была тяжелая аллергическая реакция на введение какого-либо вещества. Тяжелое – это значит нарушение сознания, нарушение дыхания, судороги и так далее. То есть это вот считается тяжелой аллергической реакцией. Вот. Далее получают медотвод, страдающие в данный момент острыми заболеваниями, либо обострением хронических заболеваний. Ну и, соответственно, дети до 18 лет.
Противопоказания этим определенным категориям небезосновательны. По словам главного врача клиники, пока не зарегистрированы вакцины для детей, она пока проходит исследования. Для взрослых пациентов при обострении их острых и хронических заболеваний вакцина неэффективна, так как все силы направлены на борьбу с имеющимся вирусом. А для людей с тяжелой аллергической реакцией введение какого-либо вещества может оказаться фатальным. Это связано не с содержимым вакцины, это связано с особенностью ответа организма такого человека, с гиперреактивностью на введение каких-либо веществ. Медики объясняют, при встрече организма с вирусом вырабатываются антитела. И при повторном попадании в организм вируса иммунная система активно справляется и выводит его. На этом основана вакцинация. Так организм приобретает иммунный ответ. Врачи ковидного госпиталя подтверждают, вакцинированы, даже если заражаются, болеют гораздо легче. Мы видим, что люди, которые вакцинировались против коронавируса, болеют в более легкой форме. Иногда в средне-тяжелую, но они никогда не уходят в тяжелую форму. И, соответственно, мы не видим летальных исходов у вакцинированных пациентов после повторного заражения коронавирусной инфекцией. Если же у нас даже пациент говорит, что он был привит от коронавирусной инфекции, но мы видим, что развивается тяжелая форма заболевания, повторные расспросы чаще всего... Не чаще всего, в 100% случаев приводит к тому, что пациент признается, что получил сертификат о прививке, ну, скажем так, неправильным путем. Каждый пациент перед процедурой вакцинации проходит обязательную консультацию с врачом. При обследовании выявляются наличие противопоказаний, а также то, какая именно вакцина подойдет пациенту. Каждая из вакцин отличается тем, что имеет противопоказания возрастного ограничения. Для COVID-VAC возраст ограничения от 18 до 60 лет. Спутник Ви и Эпивак подходят для пациентов старше 60. Спутник Лайт для ревакцинации и для переболевших, от момента болезни которых прошло более полугода. Для того, чтобы получить медицинский отвод, необходимо индивидуально консультация с врачом. Создается комиссия, та медицинская организация, в которой человек наблюдается по заболеванию, которое является медицинским отводом, и уже она принимает решение о выдаче справки о медицинском отводе. Елена Кротова, пациент университетской клиники, проходит процедуру иммунизации уже вторым компонентом. Перед тем, как получить прививку, прошла индивидуальную консультацию с врачом для того, чтобы понять, какая вакцина подойдет именно ей и есть ли какие-либо противопоказания. На самом деле опасений не было, потому что до этого я изучала эту вакцину и проконсультировались с врачом, да, то есть перед тем, как делали первую вакцинацию. Получение медицинского отвода нечестными путями теми, кто не имеет на это показаний, становится препятствием в борьбе с вирусом. И пока одни стоят в очереди за прививкой, другие ищут способы купить сертификат или документ о медотводе. В МВД напоминают, фальшивые документы несут уголовную ответственность для всех сторон, и для покупателей, и для продавцов. Да и сами нарушители похожи на тех ныряльщиков-самоубийц, которые перед погружением на глубину готовы надеть акваланг, зная, что в нем отсутствует кислород. Ковид неизбирателен, его жертвой может стать любой. Такая ситуация опасна для тех, кто в действительности не может вакцинироваться по медицинским показаниям, а также для тех, кто имеет нарушение функции иммунной системы. Врачи в один голос говорят, необходим коллективный иммунитет. В классической иммунологии считается, что 40% населения вакцинированного уже создает достаточно иммунную прослойку, чтобы, соответственно, затормозилось развитие эпидемии. 60% раньше считалось, это достаточный уровень для того, чтобы... эпидемия остановилась. Но коронавирусная инфекция – это та инфекция, с которой человечество еще не встречалось, если мы говорим вот про эту новую коронавирусную инфекцию. Вот. Соответственно, здесь на сегодняшний день считается, что 90% вакцинированных создадут более-менее адекватную иммунную прослойку, которая позволит, по крайней мере, резко замедлить развитие эпидемии. По словам главного врача университетской клиники, на ежедневной основе здесь прививаются порядка 400 человек. Работа ведется круглосуточно, так как поток пациентов достаточно большой. В ближайшее время планируется организовать дополнительные пункты. А между тем в Татарстане начался отчет новых смертей от коронавируса. Количество жертв ковида перевалило за 1000 человек. Эльвина Минобудинова, Радмир Сафиуллин, КФУ «Итоги недели». Не менее важную работу завершили инженеры Казанского федерального университета. В студенческом городке восстановлена подача горячего водоснабжения. Теперь жители всех общежитий в районе улиц Адели-Кутуя и Красной Позиции смогут пользоваться коммунальным благом свободно.
Напомним, в начале мая на наружном трубопроводе произошла авария. КФУ 5 раз своими силами работал над тем, чтобы привести в нормативное состояние этот участок. Однако экспертиза показала, здесь нужна замена всей трубы. Сеть не была на балансе университета, но именно ему пришлось вести восстановительные работы. Ректор Казанского университета принял решение – ремонту быть. Каких бы денег он ни стоил. Ведь от этого зависит комфорт и быт студентов и сотрудников, проживающих в 5 общежитиях. Как прошла операция по замене коммунальной артерии? Об этом в нашем репортаже. Ну все, в принципе, вот она, горячая вода. В общежитие КФУ вернулась горячая вода. Она быстро нагревается, но не настолько, чтобы обжигать. Это помогает экономить ресурсы и при этом создать комфорт жителям студгородка. Не ниже 60 градусов, для того, чтобы не было каких-либо бактерий и микробов, потому что, когда температура ниже 60 градусов, могут выживать те или иные бактерии. Выше, конечно, тоже, 70 градусов – это уже слишком много, для того, чтобы человек при использовании горячей воды не получил ожог термический. А еще неделю назад из этих кранов едва можно было выдавить каплю теплой воды. 2 мая произошла авария. На теплотрассе прорвало трубу. И все бы ничего, залатать и возобновить подачу. Да вот только экспертиза показала, что это не поможет. И плюс в дело вмешалась бюрократия. Получилась такая ситуация, что эти сети, они просто бесхозны. Они не принадлежат ни университету. Как выяснилось, они не принадлежат вообще никакой организации. Сейчас искать, кто их когда построил и каким образом вообще эти сети появились на свет Божий, мы можем долго, чем мы и занимаемся. Мы написали письмо соответствующей структуре исполнительного комитета города Казани и прокуратуру. Прокуратура Советского района признала, что эти сети бесхозные сегодня, и они будут инициировать нахождение хозяина. Но это может длиться месяц, может длиться год, да, но огромное количество, их более 2000 студентов, которые проживают в этих общежитиях, они, соответственно, не могут находиться без горячего водоснабжения. Временной заменой горячего водоснабжения стали накопительные водонагреватели. В июне в 5 общежитиях, которые остались без воды, установили по 4 бойлера. В душевых, умывальне и кухне оставили на потом. В мае не было воды, потом уже где-то в июне, в конце июня включили нам воду, ну, временную, то есть подключили бойлеры, стало намного лучше. Ну и плюс за счет меньшего количества студентов в летний период как бы воды хватало. Многие охлаждались таким образом, многие закалялись, и также кто по старинке, просто горели горячую воду и мылись. При этом люди достаточно адекватно к этому подходили, все понимали ситуацию. Потому что никто не утаивал информацию о том, что конкретно происходило. Что не было такого, что людям просто сказали, что не будет горячей воды, и все. Сказали, по какой причине. Как бы ни старались компенсировать неудобства, горячей воды не хватало. Особенно тяжело стало в сентябре, когда студенты массово заселились. К примеру, в 3-м общежитии 238 человек, а в бойлерах 600 литров. Арифметика не в пользу жителей. В сложной ситуации руководству университета пришлось пойти на крайние меры. Мы комиссионно приняли решение профинансировать укладку трубы за счет университета. Наверное, в дальнейшем найдутся люди, которые нас будут обвинять, что мы не должны тратить собственные ресурсы на чужие объекты. Да? Вот никто же сегодня не заставляет университет там делать ремонтные работы в зданиях, которые не подведомственны Казанскому федеральному университету. Здесь получается точно такая же ситуация, но зима не за горами, как говорится, и мы ждать не можем. Поэтому принято решение. Ценник вопроса, цена вопроса там более 5 миллионов рублей. Сказано, сделано. В октябре на теплотрассе по улице Адалекутуя подрядная организация заменила поврежденную магистраль. А это около 400 метров труб. Она полностью забита. Она вот, она неубираемая такая уже. Видите, да? Его даже отковырнуть невозможно. Вот в таком состоянии. То есть за 18 лет, пока труба была,
вся вот эта вот внутри, которая идет вместе с водой, оно вот полностью здесь забито. Не только подать воду, но и увеличить пропускную способность на 40%. Установка новых труб стабилизировала давление воды, а значит, и перебоев с подачей не будет. Было проведены мероприятия по опрессовке данных участков. Давление оно нормально выдержало, и у нас есть уверенность в том, что эта труба будет служить нам достаточно долго. Горячую воду дали, давление стабилизировали. Остался вопрос, а куда же бойлеры девать? Оказалось, на них тоже есть план. Их не уберут, они остаются у нас. Мы им будем пользоваться во время отключения горячей воды плановой по городу. Сейчас о проблеме напоминает лишь слегка неровная дорога. На этой неделе была проведена гидроизоляция магистрали и благоустройство места строительных работ. Салават Мухаммадуллин, Луиза Сакитова, Александр Кузнецов, КФУ. Итоги недели. Не можем оставить незамеченной тему празднования Дня Конституции Татарстана. 6 ноября 1992 года был принят Госсоветом Республики основной региональный закон. Конституция Татарстана сыграла важную роль в становлении правовой системы республики. Она оказала влияние на общественно-политическое развитие нашего региона. Закон состоит из 7 разделов и 126 статей. О значении Конституции Татарстана мы поговорим с заведующим кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгением Султановым. Здравствуйте, Евгений Батырович. Здравствуйте. 6 ноября мы отмечаем День Конституции Республики. Расскажите, на ваш взгляд, за эти 29 лет своего существования, какую роль она сыграла? Конституция Республики Татарстан – это тот самый знаменательный документ, который впервые послужил основанием для изменения всего федеративного устройства Российской Федерации. То есть мы впервые, провозгласив свой суверенитет, перешли из статуса автономной республики, перешли в известной мере, назовем так, в полноценный субъект Российской Федерации. Потому что до Конституции Республики Татарстан понятие вот этого полноценного субъекта Российской Федерации просто-напросто не существовало. Поэтому, конечно, Конституция Республики Татарстан с точки зрения формирование вот этой ныне существующей федерации, безусловно, это очень знаменательный акт. Это исторический документ не только в масштабах республики, но и всей страны. Вы знаете, вот он был бы историческим документом, если бы он не был вот реально работающим документом. Вот те положения, которые сейчас вот мы внесли, допустим, те же поправки в Конституцию Российской Федерации, в единственной публичной власти, к большому сожалению, многие трактуют именно так, как будто это вот возникло, так сказать, отказ от федерации, как будто, так сказать, это вот единое будет унитарное государство. А идея-то единства публичной власти как раз в этом и состоит, что и в Конституции Республики Татарстан это было впервые закреплено, что должно быть четкое разграничение предметов ведения между Российской Федерацией, Республикой Татарстан и, естественно, муниципальным уровнем. Каждый должен понимать, за что он отвечает, в какой области он работает, какими он ресурсами располагает и, соответственно, какую ответственность несет. Вот Конституция Республики Татарстан, она эту модель закрепила, она впервые закрепила этот подход, что федерация – она как раз на этом и строится, на использовании, максимальном использовании тех возможностей, которые присущи федеральному центру, тех возможностей, которые присущи каждому субъекту Российской Федерации. А поскольку каждый субъект Российской Федерации индивидуален, то мы не случайно настаивали и на такой форме, как договоры между разграничением предметов ведения, полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. Поэтому Конституция, конечно, это в этом плане действующий документ и по идеологии своей действующий документ. И говоря о единстве публичной власти, даже в современных условиях, к этому нашей вот этой идеологии, идеологии разграничения, четкого разграничения предметов ведения,
добавляется еще идея и взаимодействия, вот, согласованного действия разных уровней власти в решении задач, которые общие для всего населения, каждого, так сказать, проживающего в Российской Федерации, где бы он ни проживал. Поэтому я думаю, что вот с этой точки зрения и дальнейший потенциал развития Конституции Республики Татарстан просто-напросто огромен. Вот как раз о потенциале. На ваш взгляд, нуждается ли Конституция Республики в изменениях, возможно, подобных, которые были внесены в Российскую Конституцию, где вы, кстати, тоже принимали активное участие? Вы знаете, я считаю, что да, это обязательно. В Конституцию Российской Федерации сейчас внесены очень много не только технических поправок, которые связаны с организацией публичной власти. Вот почему-то думаешь, что эти поправки коснулись только самих органов государственной власти. Нет. Речь идет именно о многих целевых установках, вот, которые закреплены ныне в Конституции. Ну, например, те же положения, связанные с доступной качественной медицинской помощью. Вот. Те положения, которые связаны с языком. Те положения, которые связаны с сохранением исторической правды, вот этих вот духовных ценностей наших, сохранением вот этого материального наследия, которое есть и так далее. То есть, ну, я считаю, что большое количество с молодежью, например, связано, с научно-техническим прогрессом и так далее. И вот в этом аспекте, конечно, вот этот срок, который мы уже прожили, он так подсказывает, что надо бы и закрепить многие новые эти ценностные ориентиры и в нашей Конституции Республики Татарстан, тем паче, что мы здесь пионеры во многих делах, так сказать, по инвестиционным делам, по технологическим и так далее. То есть, ну, я думаю, что у нас есть что закрепить даже больше, чем в Конституции Российской Федерации. А вот еще такой вопрос, возвращаясь к Конституции Республики. Как бы вы отметили, в чем схожесть именно в содержательной части с Российской Конституцией, и самое главное, в чем различие, если они есть? Вы знаете, все-таки, допустим, положения некоторые связанные, ну, с социальной структурой нашего общества. Вот, положение о том, об ответственности того же самого бизнеса перед обществом. Знаете, вот эти все связанные с развитием национальных, так сказать, вот особенностей культуры, поддержка наших соотечественников и так далее, она у нас была раньше прописана. И лучше прописана, нежели чем, так сказать, в Конституции Российской Федерации. Ну, к большому сожалению, вот в 2002 году некоторые положения пришлось, так сказать, подкорректировать, которые, вот с моей точки зрения, были... Ну, не противоречили, по меньшей мере, основам конституционного строя Российской Федерации. Но формально, да, формально, так сказать, текст не совпадал. Это было уже, так сказать, основанием привести его в 2002 году в соответствии с основами конституционного строя. То есть основы конституционного строя, они, безусловно, одинаковы в своей, естественно, принципиальной сущности. Мы часть Российской Федерации, и тут, конечно, никаких противоречий быть не может. Но вот все, что касается... именно организации государственной власти. Вы знаете, вот тут опять я должен похвалить нас. Ну, должен похвалить, потому что, ну реально, мы впереди планеты всей. Ну, например, вот у нас была конструкция, когда президент Республики Татарстан, и он, да, возглавляет, естественно, исполнительную власть, но у нас есть свое правительство, есть кабинет министров, и есть свой председатель, есть свой руководитель высшего исполнительного органа. Вот эта вот двойная конструкция, высшее должностное лицо и руководитель правительства, руководитель исполнительного органа, нас за это критиковали. Нам говорили, это неправильно. И 184-й закон 99-го года об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти в Российской Федерации, он не закреплял такую конструкцию. Сейчас внесли новый проект. Андрей Александрович Клишес и Павел Владимирович Крашенинников внесли законопроект в Госдуму, а там уже предусмотрена эта схема, наша схема Республики Татарстан, что высшее должностное лицо, да, оно возглавляет исполнительную власть, но оно может
может, ну, так сказать, субъект может избрать такую же схему, когда может быть свой руководитель высшего исполнительного органа. И вне всякого сомнения, когда высший эшелон здесь отвечает за стратегические вещи, а исполнительные они уже исполняют и несут полноту ответственности, мне такая схема нравилась, и я поэтому очень рад, что ее даже сейчас предлагают на уровне Российской Федерации. Большое спасибо за интересную беседу. Ну, с праздником. Спасибо большое. Вас тоже с праздником. Через несколько минут раскроем секреты географического диктанта. Также смотрите в программе. Проекты и технологии. Какие перспективы появятся у лаборатории Нейролаб? Так начинается сказание о явлении Пресвятой Богородицы и иконы образа Казанской иконы Божьей Матери. Единение под образом Богородицы. Какую роль сыграла Казань для празднования Дня народного единства? Первый турнир математических боев, названный в честь великого геометра Николая Лобачевского, организовали в Казанском университете для школьников 7-9 классов. Его организаторами стали научно-образовательный математический центр Приволжского федерального округа и Институт математики и механики КФУ. Турнир проходил в формате командных математических боев по правилам брейн-ринга. В интеллектуальном состязании приняли участие 20 команд из школ Казани и Елабуги. Цель таких турниров – не просто выявить талантливых детей, но и повысить их мотивацию к изучению математики. Так победители получили возможность в будущем претендовать на повышенную стипендию при поступлении в Институт математики. Теперь главная задача у ребят – успешно закончить школу и выбрать направление, которое определит их профессию в дальнейшем. О том, какие еще события произошли на неделе в КФУ, расскажем далее. Образовательные, научные и коммерческие проекты в области нейротехнологий. Об этом шла речь во время встречи ректора КФУ Ильшата Гафурова с генеральным директором компании «Нейротренд» Натальей Галкиной. Стороны договорились о создании дорожных карт совместной работы по каждому отдельному направлению. Напомним, Казанский университет, компания «Нейротренд» и Акбарсбанк уже открыли нейролабораторию в «Нейролаб». Мы до этого обсуждали вопросы интеграции с нашими компаниями дорожного бизнеса, которые задействованы. Ну и вот с этого уровня инженерии, значит, хотели бы перейти на более наукоемкие вещи. КФУ посетила делегация Боснии и Герцеговины. Чрезвычайному и полномочному послу Европейского государства в России Желька Самарджия и министру внешней торговли и экономических отношений страны Сташа Кашараца представили музей истории Казанского университета, императорский зал, Ленинскую аудиторию. Также им рассказали о возможностях КФУ. Гости же поделились планами по увеличению студентов из Боснии и Герцеговины в университете. В данный момент существует очень активное общение между президентом Милорадом Додиком и президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Соответственно, развиваются разные направления, разные сегменты, и в том числе сегмент образования тоже учтен. Выпускник Казанского федерального университета назначен министром промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия. Игорь Губайдулин окончил КФУ по специальностям экономика и экономика труда. Имеет работу в Минэкономике Татарстана, а также в администрации главы и правительства Дагестана. Прививка от коронавируса практически не выходя из дома. Такую возможность использовали 300 иностранных студентов КФУ. По их обращению в деревне Универсиады прошла вакцинация. По решению ректора КФУ Ильшата Гафурова, все расходы по ее организации и предоставлению вакцины университет взял на себя. Мы рассчитываем, что смогут привиться 150 иностранных студентов, а из государств, изо всех, которые у нас есть, то есть именно больше 100 государств, которые у нас обучаются в университете. То есть все, кто высказал желание вакцинироваться, мы организовали выездную вакцинацию, то есть все структуры университета совместно. На 187 миллионов рублей оштрафовали соцсети в этом году российские суды. Причина – неудаление запрещенной информации. Самые большие штрафы у компании Facebook – 70 миллионов. Твиттер и Телеграм почти в два раза меньше. Самый маленький штраф получила сеть ВКонтакте – лишь 3 миллиона. Даже Одноклассники и ТикТок должны заплатить на миллион рублей больше.
На что эти деньги для соцсетей, чей доход достигает нескольких десятков миллиардов долларов? У Фейсбука, например, 98% доходов приходится лишь на рекламу. Что было самое интересное на неделе в социальных сетях, чем жили пользователи, в авторской рубрике Леонида Толчинского. И вновь с вами «Смотрите сами». Но если коротко продолжить заданную Салаватом тему о том, как и чем живут сегодня социальные сети и интернет в целом, то позволю себе несколько минут внимания на уже заданную неделю назад тему. Честно говоря, рассказывая тогда про бизнес-модель метавселенной и обещая возвращаться к этой теме, даже не ожидал, что яркие, многообещающие поводы начнут появляться, как грибы в осеннем лесу. Коротко и очень по-простецки напомню суть концепта метавселенной в изложении Джейсона Рубина и Марка Цукерберга еще 3 года назад. Как они считают, пользователи находятся в мире, который заполнен виртуальной рекламой и виртуальными товарами. Они все меньше времени проводят в реальной жизни. И они цинично это называют «мясная вселенная». Чтобы описать новый мир, Рубин использует фразу «шок и трепет». В мясной вселенной пользователи только работают, едят и спят. Все развлечения постепенно уходят в метавселенную. Этому помогают Netflix, Facebook, Instagram и другие интеграции с Metaverse. По версии Цукерберга, работа тоже может переехать в метавселенную. 100 миллионов пользователей метавселенной могут принести больший доход, чем реальная вселенная с 1 миллиардом пользователей. Если люди проводят время в метавселенной, то именно там образуется реальная экономика, считает автор этой концепции. Кроме того, в течение 20 лет метавселенная станет конкурентом телевидению и соцсетям. Реклама тоже переместится туда. Изначально Facebook полагал, что их метавселенная не будет иметь конкуренции, но сейчас концепция поменялась в сторону большей открытости. И вот неделю назад я говорил о том, что система образования окажется в числе первых, самых заманчивых целей Metaverse. И вот 2 ноября стало очевидно, что Microsoft вступает в гонку за создание метавселенной внутри так нами в образовании любимого продукта Teams, чтобы создать виртуальные пространства как для потребителей, так и для бизнеса. В следующем году Microsoft вводит Mesh – платформу для совместной работы в виртуальных средах непосредственно в Microsoft Teams. Не стану загружать деталями всех нововведений, они звучат поистине грандиозно. В дополнение ко всем возможностям виртуальных кабинетов, аватаров и прочего набора иммерсивных возможностей, Microsoft создает поддержку перевода и транскрипции. Поэтому мы сможем встречаться в виртуальном пространстве Teams с коллегами со всего мира, преодолевая языковые барьеры. Microsoft Teams планирует начать использовать эти виртуальные пространства и аватары в первой половине 2022 года. У компании большой технологической пятерки, в принципе, есть преимущества. Так, у Meta это миллиарды ежедневных пользователей через Facebook и Instagram, которые можно использовать для реализации своих амбиций в области метавселенной. А у Microsoft есть миллионы ежедневных пользователей Teams и интеграции с Office, чтобы попытаться сделать метавселенную реальностью для бизнеса и образования. Итак, битва за наши цифровые аватары в метавселенной только начинается. Будем наблюдать. А пока отстранимся от страстей в цифровом пространстве и хочу напомнить о весьма существенном событии. Под праздники приятно дарить подарки, даже если это праздники общенационального государственного значения. Помню, что на 7 ноября, утраченный ныне нами праздник революции, люди живо обменивались открытками с добрыми пожеланиями, а многие семьи даже накрывали праздничные столы после участия в демонстрациях трудящихся. Те традиции давно канули в лету. А подарков хочется. И вот исполнено решение президента страны. В канун Дня народного единства преподавателям Высшей школы России определен свой профессиональный праздник. Отныне это будет 19 ноября. Ежегодно. Это день рождения Михаила Ломоносова, первого крупного ученого России и основателя
первого университета в державе. Кстати, этот праздник очень близок по дате с днем рождения нашего университета, что особо приятно и значимо. Интересно еще и то, что 19 ноября – это не двигающийся по календарю постоянный день праздника ракетных войск и артиллерии страны. И тут просто напрашиваются аналогии. По мнению военных стратегов, артиллерия – это бог войны. А высшая школа со времен Михаила Ломоносова – это бог, кующий армию тех, кто призван обеспечить наши прорывы, достижения и в конечном счете благополучие на много лет вперед. Артиллерист может промахнуться. Высшая школа не имеет на то права. Так что готовимся к профессиональному празднику. Кстати, благодаря артиллеристам 19 ноября в столице нашей Родины неизменно звучит праздничный салют. Теперь он будет расцветать в небе и во славу высшей школы. Всем доброго! В седьмой раз пройдет географический диктант. Свои знания по географии России проверят участники из более чем 100 государств мира. Старт акции запланирован на 14 ноября. Как диктант будет организован на одной из основных площадок в Казани, нашем университете, мы поговорим с исполняющим обязанности заведующего кафедры географии и картографии Института управления экономики и финансов Еленой Пудовик. Здравствуйте, Елена Михайловна. Здравствуйте. Первый вопрос для начала. Расскажите, пожалуйста, что представляет собой географический диктант и когда он пройдет? Географический диктант проводится ежегодно с 2015 года и организован он по инициативе главы попечительского совета Русского географического общества президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В 2015 году было организовано порядка 210 площадок, на которых приняло участие 72 тысячи человек. Уже в 2020 году для того, чтобы охватить всех желающих принять участие в диктанте, было организовано уже более 2000 площадок, точнее даже существенно больше 2000 площадок, а всего в географическом диктанте приняли участие более 460 тысяч человек. Помимо Российской Федерации отвечали желающие принять участие из 109 стран мира. В этом году диктант пройдет 14 ноября в 12:00 и уже в седьмой раз подряд, как уже сказал наш уважаемый ведущий, одной из основных площадок, где можно написать географический диктант, является база Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. А как татарстанцы и представители КФУ, в частности, могут принять участие в географическом диктанте? Для того, чтобы написать географический диктант, вам необходимо прибыть по адресу улица Бутлерова, 4, в актовый зал Института управления экономики и финансов. С 11 утра будет работать площадка. Сначала будут демонстрироваться видеоматериалы Русского географического общества, а потом непосредственно в 12:00 начнется географический диктант. По окончании диктанта в 13:00 желающим будут выданы особые именные сертификаты, подтверждающие участие в диктанте. Если вам не важен сертификат Русского географического общества, вы не хотите ждать результатов, они будут объявлены в декабре, хотите узнать свои результаты знаний немедленно, вы можете выбрать для себя онлайн-формат диктанта. В этом случае вы можете написать диктант с 14:00 14 ноября 2021 года и до 14:00 24 ноября. Свои результаты вы узнаете немедленно, как только ответите на последний вопрос диктанта. Но, повторяю, если вы выберете онлайн-формат, то именной сертификат Русского географического общества вы уже не получите. Какие вопросы в нем обычно бывают? На что делается акцент или, может быть, есть блоки? Да, в структуре билета диктанта есть блоки. Первый блок – 10 вопросов. Это так называемый географический ликбез. Он основан на самых простых общеизвестных знаниях о географии нашей страны. Второй блок, в котором 30 вопросов, более сложный. И для того, чтобы ответить на такие вопросы, нужно задействовать свою эрудицию, логику, системное мышление, в общем-то, удачу. А вот, как мне кажется, в школе многие недооценивают значение географии, а ведь это настолько интересная дисциплина и прикладная, и применимая
в обычной нашей жизни. Как вообще популяризировать этот предмет и направление в науке? Вы очень правильно заметили о прикладном характере современной географии. Дело все в том, что география, как и развитие нашего общества, прошла очень долгий путь от описания занимаемой человеком части географической оболочки, среды обитания. Собственно говоря, с этого начинается, этим заканчивается школьная география. К объяснению тех процессов и явлений, которые проходят в окружающей среде, этим занималась наука в 20 веке. И в настоящее время задача географии – это трансформация географической среды. В развитых странах современным трендом является выработка стратегии развития территорий, занимается территориальным планированием, с тем, чтобы можно было не просто объяснить, как и почему территория развивается, но сделать прогноз на будущее, с тем, чтобы можно было оценить, как воздействие человека влияет на трансформированную им географическую среду. Поэтому это, безусловно, новый этап в развитии географической науки. Он очень важный и актуальный. Наши студенты и абитуриенты, которые поступают на кафедру географии и картографии, прекрасно это понимают, что подтверждается нарастающим количеством стобальников, которые ежегодно поступают на нашу кафедру. Большое спасибо за интересную беседу. Ну а в диктанте я тоже обязательно приму участие. Спасибо. 4 ноября в России отметили День народного единства. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени. Этот период был эпохой глубокого кризиса государства. Единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство и повальное пьянство поразили страну. Патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. Во всенародном ополчении участвовали представители разных сословий и всех народов, входивших в состав русской державы. А шли на Москву ополченцы с чудотворной иконой Казанской Божьей Матери. Илья Андреев о значении святого образа в становлении государственности нашей страны. 4 ноября в России. День народного единства. По преданию, Казанскую икону Божьей Матери прислали Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину. С ней ополчение в 1612 году освободило Москву от польских интервентов. В 1649 году 4 ноября был объявлен православно-государственным праздником Казанской иконы Божьей Матери. Мы в отделе рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. И у нас с вами представляется уникальная возможность познакомиться со сказанием о обретении пречистого образа Богородицы в ограде Казани. Казанская икона Божьей Матери. Историю ее прославления по праву может называться символом единства российского народа. Вплоть до революции на Руси святая икона находилась в каждом доме, от крестьянской избы до царских палат. Богородица через свой чудотворный образ надежно охраняла российскую державу, во многом изменив нашу историю. Так начинается сказание о явлении Пресвятой Богородицы и иконы образа Казанской иконы Божьей Матери. Было это в 1579 году при державце благочестивого и христолюбивого государя Ивана Васильевича, великого князя всей Руси самодержавца, 23-й день. Тогда в ограде Казани в июле, 23 июля 1579 года, был страшный пожар. Гермогену было порядка 50 лет. И по требованию царя уже в 1595 году он опишет все эти события в своем сказании. Вот перед нами как раз из фондов отдел рукописи редких книг. Это фотолиграфическое воспроизведение рукописи патриарха Московского и всея Руси будущего Гермогена. Нужно сказать, что он порядка 30 лет работал в Казани. Есть, конечно, предположение, что он родился в Казани, но многие относят его к донским казакам. И нужно самое главное сказать, что Гермоген стал одним из первых, кто прикоснулся к этому образу Казанской иконы Божьей Матери.
В июне 1579 года пожар действительно разгорелся страшно. Посадская Казань почти полностью сгорела. Катастрофа стала очередным испытанием для жителей города. После пожара в этом же году и месяце явилась Божья Матерь и показала свой образ в виде своей иконы казанской девочки Матроне. Славу казанская икона Божьей Матери приобрела среди православного народа именно как покровительница воинов. Святыня Казанская стала знамением русского ополчения в смутное время. Иноверцы мечтали о полном завоевании Святой Руси. Но нашлись люди, смело противостоявшие врагам и изменникам. Одним из них стал патриарх Русской Православной Церкви Ермоген, который под угрозой смерти обличал захватчиков. Призвал русский народ объединиться для спасения Отечества и веры. Летописец первоявленной казанской иконы призывал русский народ к сопротивлению, праведному противостоянию. По воле Божьей почитаемая им икона Казанская благословила на битву русское войско. Патриарх Ермоген рассылал послание и убеждал народ в том, что Лжедмитрий II – самозванец, и призывал всем объединиться и подняться на защиту веры и Отечества. Это издание сохранилось в отделе рукописи редких книг, где доподлинные рисунки 17 века. Это лицевая летопись 17 века, выпущенная в 1893 году в Санкт-Петербурге. Москвичи подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с русскими изменниками они насильно свели святого патриарха Ермогена с патриаршего престола и заключили в его чудовом монастыре под стражу. Уже из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, в котором призвал крепко стоять в вере и думать лишь о том, как души свои положить за дом Пречистый и за веру. Более 9 месяцев томился в тяжком заточении святитель Ермоген. Всю свою жизнь он посвятил активной борьбе с семибоярщиной и отказался благословить польского королевича Владислава Сигизмундовича на царский престол без перехода его в православие. Это издание, которое хранится в отделе рукописей редких книг научной библиотеки Казанского федерального университета, было издано к 300-летию дома Романовых. И здесь посвящена целая часть святителю Ермогену. Мы читаем: «Великая Россия никогда не имела более близкого и дорогого для народного сердца и бессмертного для истории государства святителя-пастыря, каким был святитель-патриарх московский всея Руси Ермоген. Истинный богатырь православного русского духа, признанный современниками и всеми русскими историками спасителем православной истории в тяжкие годы Великой Разрухи, когда вере и Родине угрожала крайняя опасность». 17 февраля 1612 года он мученически скончался от голода и жажды. Тело священномученика Ермогена было с подобающей честью погребено в чудовом монастыре. Как сказал русский писатель Иван Тургенев, «Земное все прах и тлен, и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны. Имеющий веру имеет все и ничего потерять не может». Давайте устремим ориентир на приумножение в нашей жизни духовных и вечных ценностей. Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Радмир Сафиуллин, КФУ. Итоги недели. Казанский университет – один из наиболее многонациональных вузов в стране. Здесь обучаются студенты и преподают педагоги из разных стран и регионов России. Как не здесь нам знать, что в единении наша сила и мощь, любовь и дружба, забота и вера. Когда один за всех и все за одного. Мира и добра. Всего доброго.